Всем здравствуйте! Вы на канале «Мода и красота. Новости и тренды». Какие привычки современных женщин 50+ вызывают восхищение мужчин? 5 пунктов, о которых стоит задуматься. Первый пункт. Современные женщины следят за собой и прекрасно выглядят даже дома. Современные женщины выработали привычку ухаживать за собой, наряжаться везде и всегда, иметь стильную домашнюю одежду, быть при параде с самого утра и благоухать духами и туманами. Молодость и красота – это их труд, ежедневная работа, плодами которой они успешно пользуются. Конечно, молоденькие красотки хороши не меньше, а то и больше, но по молодости редко кто ценит свою внешность и утруждается, чтобы всегда быть на высоте, вставать рано утром, чтобы сделать маску, протереть глаза кубиками льда с травяным отваром, носить дома не футболку, а специальный роскошный льняной костюм или шелковое кимоно. А вот дамы, стремящиеся сохранить молодость и красоту, делают это и даже больше. Второй пункт. Женщины любят себя и принимают внимание. Современная женщина – это женщина, уверенная в себе, любящая себя, раз она решила, что достойна сохранения красоты. Чем это интересно мужчине? А тем, что такая дама с радостью принимает комплименты, благодарит за внимание и подарки, позволяет за собой ухаживать, ценит такие шаги со стороны своего партнера. А девушки не всегда так открыты заботе. Голова бывает забита стереотипами и комплексами. Пункт номер 3. Женщины знают себе цену. Если рядом человек, знающий себе цену, то это и тебя подтягивает. Современные зрелые дамы, как правило, многое успели в этой жизни. Чего-то достигли, куда-то двигаются, развиваются. Поэтому они и мужчину своего держат в тонусе, подтягивают на ступеньку выше, вдохновляют. Жить с человеком, который растет, ценит свое пространство и время, на самом деле проще, чем только с познающим жизнь и свою личность. Меньше сомнений, завышенных ожиданий, разочарований и конфликтов на пустом месте. Пункт номер 4. Ведут активный образ жизни. Дисциплина и воля – вот настоящий эликсир молодости таких дам. Они занимаются спортом или физическими нагрузками, часто имеют хобби, да не одно, следуют здоровому образу жизни и зову сердца, если оно зовет их путешествовать, осваивать новые горизонты, профессии, навыки. Они имеют вкус к жизни, дерзость и энергию, ведь современные женщины понимают, что время не резиновое, надо успеть еще многое. Но, конечно, с такой женщиной жить очень азартно и интересно. Никогда не знаешь, чему научиться, куда за собой позовет. Пятый пункт. Современные женщины открыты всему новому. Новый ресторан – идем. Новая соцсеть – попробуем. В тренде необычная обувь – примерим. Да, эта черта иногда переходит границы разумного, но можно всегда соблюсти баланс, зато не скучно.